Малый Кисляй – поселок в Бутурлиновском районе Воронежской области России. Входит в состав Нижнекисляйского городского поселения. Основан около 1800 года крестьянами-однодворцами соседнего села Нижнекисляй. В ревизской сказке 1816 года упоминается вновь поселенная деревня Кисляйский выселок. Название поселу Нижнекисляй. Поселок относился к Павловскому уезду Шестаковской волости. Дедушка Заварзин Тимофей Антонович, 1897 года рождения, рассказывал, что бабушку он взял в жены из Нижнего Кисляя, где народ жил совсем небогато, бедно, в старину там бари правили, а что в Малом Кисляе народ жил намного вольготнее, и бар там никогда не было. Заварзины, Ельчининовы, Числовы, Кутины – коренные фамилии Малого Кисляя. Село же Нижний Кисляй получило название по речке Кисляю. Имя речки, по версии Прохорова, угро-финского происхождения, где компоненты «лей», «ляй» считаются речными суффиксами. Здесь «ляй» означает «речка», «ручей», а «кис» – какое-то свойство ручья. Не исключено, что название «Кисляй» речка получила из-за кислых вод. По Владимиру Далю кислые воды – это целительные, напитанные от природы кислотами, обычно угольными. В настоящее время численность населения Нижнекисляйского городского поселения – 4184 человека. В состав поселения входят 4 населенных пункта – Нижний Кисляй, поселок Комсомольский, поселок Малый Кисляй, хутор Рахмановка. Первоочередными конкретными действиями плана развития поселка на 2011-2013 годы была газификация поселка Малый Кисляй. 27 января 2017 года власти региона наградили победителей конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Территориальное общественное самоуправление работает у нас с 2014 года, и за это время мы организовали два проекта – установка детской игровой площадки и ограждение сельского кладбища. Мы живем в очень маленьком селе Малый Кисляй, и прежде такой поддержки властей мы не видели, сказала председатель ТОС Малокисляевский Бутурлиновского района Светлана Заварзина. По новостям, в которых упоминается поселок Малый Кисляй, есть такая новость. Безопасных пляжей по состоянию на 10 июля 2018 года в регионе насчитывается 88. Пляж Малый Кисляй, поселка Малый Кисляй, Затон Грива, река Битюх, также относятся к таким пляжам. Улицы, которые входят в состав поселка, это улица Гончарова и улица Малый Кисляй. На 2013 год численность населения составляет 276 человек.